Здравствуйте, на канале YouTube Афроманго Мукбанго и Дзен Афроманго Мукбанго, обеденный мукбанг. Сейчас. Поставлю. Время обеда. Так, камеру поставили, извините, что долго ее ставлю. Вот так примерно. Сегодня у меня блюдо такое, рис отварной, бульон свиной и свинина отварная. Вот. Буду с майонезом кушать. Сок, майонез – деликатья. Сок с морковкой, с заправками. Да, очень вкусно. И чесноком. Сейчас это все. Так, не падать. А, ну ладно. Так, где мой чеснок? Вот. Надо положить еще один. Так, еще один. Так. Ну что ж. Ножики поточил, все острые. Точил целый час. Ну, примерно. На работе. Вижу хорошо. У меня немецкая просто это. Ножиточка. Вот. Поэтому. Так. Все включили. Ну что ж, сегодня тема. Вспоминаем хохотунчика. Это мое второе видео из данной серии. С прошлой серии. С прошлой серии, да. Так, чуть-чуть солить. Ну, вы не солите. Все. Потому что вкус сразу меняется. Да. Так, ну что ж. Прочитаем из Википедии про этого человека. У этого человека испанская фамилия. Здесь Хойя, фамилия отца. Борха, фамилия матери. Хуан Хойя Борха, испанское. Прозвище Хохотун. По-испански Эль Риситос. 5 апреля 1956 года, город Севилья, 28 апреля 2021, дата смерти, да. Испанский комик-актер приобрел широкую популярность в 2015 году, благодаря серии пародии на основе его интервью в июне 2002 года на испанском телешоу. Если кто помнит, посмотрите вот этот вот ролик. Сейчас я его вставлю. Так. Хойя родился 5 апреля 1956 года в Севилье. За свою жизнь сменил множество профессий и мест работы, включая приготовление пищи и разгрузку мешков с цементом. Его первое появление на телевидении состоялось в 2000 году на телешоу Хесуса Кинтеро, где он вместе со своим партнером Эль Пейто Антонио Риверо рассказал о различных ситуациях в комедийных тонах. Борха стал узнаваемым. И специфический смех, благодаря которому и получил свое прозвище. В 2005 году он появился в фильме Торренте 3 или Протектор какой-то. По-испански написано. Так. Сейчас, ладно. Поем и дальше прочту. Так, попробую. Так. Mm-hmm.
Вкусненько. А пока пока я ем, посмотрите второй ролик. Тем, кто кушает, приятного аппетита. Да, приятного аппетита. Рис вкусный. Свининка тоже вкусная. Мясо отварное, не тушеное. Да. Майонез, когда положишь, сразу меняется вкус блюда. Не меняется, а добавляется вкус. Потому что есть вкус, и еще добавляется вкус. Майонез как добавка идет. Ну, это же... К существующему вкусу. Соус же. Да? Ну так что соуса? У каждого соуса есть вкус. Лук тоже от чеснока, тоже отличается вкусом. Очень вкусно.
Как вкусно, а? Леса свининка. Что же приготовила? Мама приготовила. Старалась с любовью. Чтобы вкусно получилось, нужно любовь. Не только то, что ты приготовишь, а любить этого человека, для которого готовишь. Понятно? Тут получается двойная любовь. Собери, если хочешь. Булочка, собери, если хочешь. Вот это. Спасибо маме. Приготовила. Вкусно. Так, дальше. Читаю. В августе 2020 года из-за проблем с сосудами Хуан Борха перенес ампутацию ноги в больнице в городе Уэльве. В начале сентября был госпитализирован в больницу Деля Каридад в Севилье. 28 апреля 2021 года скончался в Севилье на 65-м году жизни в результате осложнений после операции. Интервью мем на телевидении там, ну, на этом шоу. В июне 2002 года Хоя появился на шоу Хесуса Кинтеро под названием, я не, по-испански не знаю как, и поведал серьезную историю, приключившуюся с ним, когда он работал посудомойщиком на пляже. Повар поручил ему замочить на ночь в океане 20 грязных сковородок для паэльи и очистить их утром. Хоя выполнил поручение, но когда поутру пришел на берег, обнаружил, что ночью был сильный прилив. И все сковородки, кроме одной, унесло в океан. Единственное видео, оригинальное, простите, видео было загружено на YouTube 25 июня 2007 года. За 8 лет получило более 1 000 000 просмотров. И тем не менее, не получив распространения за пределами испаноязычной среды. В марте 2014 года кадры из интервью были использованы членами исламистской организации для пародии на президента такого-то Египта, да. Затем преследовали и другие пародии, в частности, на компьютерные технологии и видеоигры. Вот, посмотрите еще один ролик. В марте 2015 года мем оказался на пике популярности после запуска очередного MacBook. Хоя был представлен в качестве дизайнера прототипа устройства. В течение месяца этот
клип набрал более 5 миллионов просмотров на YouTube. После этого мем стали сравнивать со сценой истеричного Гитлера из художественного фильма «Бункер». И количество альтернативных титров и озвучек, которому не поддается исчислению. Вот. Да. Тогда вот я это самое... Жалко очень человека. Мы его я увидел это самое... Так тоже смешно было мне. Когда его первый раз увидел. Сам засмеялся. В интернете. Да, в интернете. Но у него такой смех заразительный. Заразительный, да. Он всех своим смехом заражал. Не только журналистов. Да. Я слышала, он работал по ресторанам, там анекдоты рассказывал. Да, 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 да. Все смеялись. Что-то об этом ничего не написано. Как жалко, да? Человека, да. 2 года уже нет его с нами. Да. А вот ничего при его семье тоже не написано. Ничего такого, да. Есть у него семья, нет у него семьи. Жалко. Очень жалко. Ну вот я вам еще ролик поставлю. То, что был самый первый, еще раз посмотрите. На ссылочке, да? Нет, не на ссылочке, а на монтаже просто ставлю. Ага. Да, вместе со смехом, да? Да, вместе со смехом. И с переводом на русский язык? Нет, без перевода. Без перевода. А, без перевода? Ну, так неинтересно там с переводом. Ну ладно. Это я все уже сейчас прочитал, то, что какую он там историю рассказывает. Я уже все прочитал. Угу. Так. Ну ладно. Жалко. Жалко человека. Он умер совсем не старым человеком. На 65-м году жизни. Да, 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 да. Да. В результате осложнения после операции. Угу. Но тогда в то время бушевал уже коронавирус. Возможно, он подхватил коронавирус. Угу. Может быть. Может быть и нет. Ну, коронавирус зафиксирован в 2019 году, а он умер в 2021 году. Возможно, коронавирус его и не обошел стороной. Да, жалко. Очень жалко человека. Да. Ну что ж, будем вспоминать. И надеюсь, это не последнее мое воспоминания, упоминания и воспоминания о нем, да. Буду еще делать ролики такие. Ну, это прибавляет настроение, позитив, все хорошее, да, плохое уходит сразу же на второй план или на дальний план. Угу. Смех заразительный. Да. Так что вот так. Вот такой мукбанг. Воспоминательный. Но мы его и это, как говорится, долго не смотрели. Потому что мы его это открыли тогда, когда он уже был на это самое. На пике популярности, да. Да, на пике популярности, и потом ему осталось совсем немного жить. Угу. То есть второй раз мы смотрели, уже было написано, что он умер. Угу. Вот. Ну, смотрели для того, чтобы посмеяться вместе с ним. Угу. Чтобы прибавить настроение. Вот, как бы. Потому что смех продлевает жизнь, как, насколько вы знаете. 5 минут смеха прибавляет 10 минут жизни. Да. Или еще больше прибавляет. Жаль. Да, вот очень его смех жаль. И не пожалел, как говорится, его. Да. Вот такой мукбанг. Спасибо, что смотрели. Приходите к нам. Приходите нам еще. Гости. На огонек. Да. Попьем чайку, поедим чего-нибудь.
Вкусненького. Вкусненького, да. Здоровья, удачи, счастья, успеха. Удачи. Удачи, да, удачи. Все это слово не могу, и это самое. Ну ладно. В общем, всего-всего хорошего. До следующего мукбанга. Самое главное, крепкое здоровье. До свидания. Да. Крепитесь, держитесь. Мирного неба над головой. Крепитесь и держитесь. Все. До скорого.